Аня Доварина, ты что сидишь с такой кислой миной? На улице лето, каникулы начались, а ты такое ощущение, как будто вишни недозрелой сожрал килограмм. Ма, все мои друзья и одноклассники в основном разъехались к бабушкам в деревне, а я остался один. Ну, простите, что я живу с вами, а мой замечательный домик в деревне сожгли и спалили эти долбаные орки. Бабуля, ты в этом не виновата. Да, бабуля, мы все знаем, что это все из-за мерзкого карлика-гоблина. Ну ничего, ничего, я для этого долбанного гоблина готовлю заклятие вечного поноса обосратуса. Ой, было бы неплохо, бабушка. А тебе, сыночка, я бы посоветовала сделать себе друга и с кем хочешь. Точно! Сделаю себе друга прямо сейчас! Я решил себе сделать друга из огурчика! Для этого нам понадобится, конечно же, огурчик, цветные трубочки и скиблс. Погнали! Для начала наш огурчик нужно помыть, чтобы он у нас был чистенький. Потом берем две трубочки и разрезаем их на три одинаковых части. Глазки нашему зеленому огуречному другу мы сделаем с помощью чайной ложечки. Вот и пришло время радужных скитлс. Цвет глаз своему другу я решил сделать желтым. Ну а ты можешь выбрать цвет по своему вкусу. Ну что ж, вот и пришло время обзавестись конечностями. Две части нарезаны трубочек вставляем на место рук, а остальные две части трубочек на место ног. Чтобы глаза были выразительнее, нарисую зрачки, а ротик выцарапаю все той же чайной ложкой. Ну вот, наш друг готов. Бабуля, смотри, какой у меня друг. Ух ты, а ты ему имя уже дал? Да, огурчик Рик. А давай-ка я прочитаю заклятие оживления, чтобы он был разговорчивый и тебе не было скучно. Круто, давай, бабуля. Огуратус, оживатус, болтатус, чипики-муки-туки-татус. Я живой, малыш, давай играть. Ура, давай, огурчик Рик, уи. Подпишись, 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 колокольчик нажать не забудь, комментарий ты клёвый оставь и улыбнись, улыбнись, улыбнись!